перестал он кушать мясо. И вокруг крутится столько информации, что там до 25 надо получать какие-то мясные. Да прекратите, это бред полный вообще. Понятно. Другой вопрос. Вот, не, вам непонятно, потому что вы сами так чувствуете, что мясо нужно, вам кажется. То есть вы сами едите мясо? Вам кажется все равно внутри, что мясо нужно, потому что это так сильный белок такой. Так кажется, это ощущение такое есть. Наоборот, себя чувствую очень легко без мяса. Не, понятно, что вы, но вы думаете, что дети, может быть. Некоторые говорят, беременным женщинам надо есть мясо. Это тяжелая пища. Беременным женщинам не надо есть мясо, они от этого лучше не становятся им. Некоторые говорят, что беременная женщина без мяса, она ну, теряет гемоглобин. Вот если женщина беременная, и во время вынашивания она отказывается от мяса, вот тогда это может произойти, потому что идет какое-то время перестройка организма. Она длится где-то полгода. И то есть женщина, если за полгода отказалась от мяса, она во время вынашивания не будет ничего плохого. А если у нее гемоглобин падает, то она просто должна больше двигаться. Часто женщины беременные очень гиподинамичны, они еле ходят. И поэтому у них падает гемоглобин. Надо двигаться в два раза больше, потому что на двоих нужно кровообращение, а не на одного уже в организме. Поэтому беременным женщинам надо больше ходить. Ну а детям вообще я не понимаю, зачем мясо это нужно. Оно тяжело усваивается, очень плохо. Организм детский растет, ему нужно все быстро переваривать. Поэтому дети интуитивно хотят есть молочное, сладкое, там, то, что быстро усваивается, что быстро развивался организм. А мясо, оно тяжелая пища, она там переваривается 8 часов кусок мяса. И что вот это, зачем это нужно детскому организму? Допустим, сметана переваривается за 3 часа, тоже полноценный белок, там то же самое все как бы есть. Еще и больше белков и жиров в сметане, чем в мясе. И зачем тогда нужно это мясо? Я не понимаю. То есть это просто, ну, как бы, пережитки прошлого. Сейчас уже по новостям прям передают, вот мне недавно прислали новости о том, что как бы уже по центральному телевидению говорят, что мясо главный канцероген. Уже все знают уже об этом.